Всем привет! Всем здравствуйте! Доброе утро, добрый день, а может быть и добрый вечер. Все-таки мы с вами отправляемся в Хабаровск, и там действительно уже вечер. Лучшая лига мира на канале Матч ТВ. 4, 3, 2, 1, вперед, СКА! Вперед, СКА! Вот так. Здесь поддерживает команду. Ну и давайте быстренько к составам. Итак, вратарь Хабаровского клуба Ислам Имамов под 78 номером. Прекрасно мы его знаем и помним по выступлениям за разные команды, за ЦСКА в том числе. А здесь попытка пробить поворотом. Еще одна попытка. Ребята есть опытные, ребята есть... А какая передача! Можно забивать! Можно забивать! Здесь классно опять разыграно. Ох, какой пас! А можно и пробить! И получается пробить высоченного Амура Калмыкова. Но он настолько высок, что пробил выше ворот. Ариньо классно. И здесь здорово. И дальний удар какой, а? Великолепнейший. Еще один навес. Все-таки необычная карьера. Сарай. Выход 1-1. Можно забить. И практически получается. Нападает он в штангу. Вот это было очень опасно. Да, слушайте, ну это классный момент. Ох, какой гол мог быть! Великолепнейший! Вот! Вот о чем я вам говорил. Хорошая передача. Коновалов. Ой, какой пас. Шарель. И не забивает. Опаснейший момент. Еще один удар будет. Будет. Но вот Александр Карякин за последние минут 10 наиграл просто на статус лучшего игрока первого тайма. Ну и Коновалов какую передачу сейчас исполнил. Действительно могла огорчить. Аринен тогда был. Ох, как опасно! Это гол! Это гол! Это Кожемяки! Капитан забивает! И выводит Хабаровский СКА вперед 1-0. Все-таки вот эти стандартные положения, которые в первом тайме порой давались родине. Я говорю про стандарты своих ворот, но очень-очень непросто. Как тихо. Здесь какой удар и какое спасение! Великолепнейшее от Александра Карякина. Но он сегодня просто красавчик. Он сегодня просто красавчик. Сколько же он сегодня потащил? А здесь Петров и попадает мяч в руку. Это будет 11-метровый. Нет никаких сомнений, что это абсолютно точно пенальти. Рука в неестественном положении. И пока все 9 были реализованы. А что сейчас? А вот сейчас как раз такой момент! Он совершает это спасение! Ого-го! Какая же красота! Ай-яй-яй! А удар будет Горошенко! И какой гол! Какой гол забивает сейчас Родина! А что происходит? Почему столько непонимания в глазах у игроков Хабаровского СКА? Забивает, если я не ошибаюсь, Калмыков. Рукас. Никитин. Это Андрей. Ох, какой пас! Ух ты! Что же он вытворяет? Я про Карякина. Обратная дорога будет долгая. У Родины. Все сумеет и успеет обсудить. А вот еще момент. А вот еще момент. И он опять забивает. Он делает дубль! Так хотел, знаете, замолчать на секундочку и понять, а что же там такое интересное объявляет. Ох, какая передача! Забить получится или нет? Получится или нет? Это Юшин! Но каков, а? И Султонов сейчас у него спрашивает, ну а передачу? Ну если бы он в такой ситуации еще и передачу бы сделал,
Не получается последнюю атаку у Родины провести. Ворохяне идут вперед, держат мяч. И на этом заканчивается эта игра. Нам показывают главного героя сегодняшнего матча. Это, конечно же, Олег Кожемякин, который делает дубль, центральный защитник, капитан.